Здравствуйте, дорогие соотечественники. Я Имагалиева Бибигуль. Сегодня 14 февраля. Только что сейчас я была в избирательном окружном округе номер 3 по городу Алматы, где я получила бумагу о моем соответствии требованиям кандидата депутата Мажилиса. Следующий шаг – это должна быть уплата избирательного взноса в размере 1 050 000 тенге, который такой суммы я не располагаю, поэтому нуждаюсь в вашей помощи. Также нуждаются в вашей помощи, в помощи наших сторонников, другие кандидаты, которые являются членами нашего организационного комитета, создаваемой партией «Алла Казахстан». И если вы хотите поддержать таких людей, то сумму посильную для вас вы можете отправить на карту нашего известного гражданина нашей страны, Жланбаеву Марату. И мы очень благодарны вам за такую финансовую помощь.